Так, родители, никаких мелких острых предметов с детьми оставлять нельзя. Мне сказали, что вы очень хороший доктор. Ну, для кого-то я не очень хороший. Но ты же волшебник. Напрямую с душой общаешься. А может, вы еще и смысл жизни знаете? Мы удивлены и не понимаем совершенно. Ведь у нее есть все. А вы любите свою дочь? Ты можешь вежливо с родителями разговаривать? Вежливость их не пронять. Их никто не любит. Не трогайте меня. А мы им таблетки и специнтернаты. За что они страдают? Стой! Мне к маме надо! Ну, я хочу быть настоящим, без вранья. Последняя роль Сергея Пускипалиса в фильме «Доктор». Поэтому записывай рецепт. После каждого разговора по душам душе становится... Легче. Легче. Премьера в воскресенье на Первом.